мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рад приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня я вас хочу поздравить с наступающим праздником, с Рождеством, католическим Рождеством, которое наступает в первую очередь в стране, в которой я сейчас нахожусь, это в Латвии. Это, так сказать, наше родовое гнездо. И я не знаю, слышите вы меня или нет, поскольку, ну, как получается, на подножных средствах я пытаюсь что-то снять для вас. И, соответственно, пользуясь случаем, поздравить всех родных, близких, подписчиков, зрителей канала, друзей, соответственно, с Новым годом. Я вот сейчас тут стою, не знаю, насколько вы видите, рядом с центральной елкой этого славного города. И она, конечно, красивая. И город, в принципе, тоже весь украшен к Рождеству, к Новому году. И если у меня получится, я, естественно, сниму какое-то видео. Если получится смонтировать, у меня, соответственно, нет никаких, как говорится, средств для монтажа. Возможно, я как-нибудь исхитрюсь. А если я не исхитрюсь, очередной раз, еще раз, друзья, мы встретимся с вами уже в Новом году. Видео сейчас на канале выходит. Но эти видео, как я уже и говорила, или как говорили мои друзья в многочисленных комментариях, на которых я отвечала, это запись, которая идет по записи, запись по записи. Соответственно, вы видите то, что записано было мною до моего отъезда. А еще раз, если мы с вами не увидимся на Новый год, всех зрителей российских, исправляющих Новый год, друзья, я поздравляю вас с Новым годом и хочу пожелать вам единственное, чтобы Новый год вам принес только-только положительные эмоции, удачу, успех и самое главное – здоровье. Будьте здоровы, будьте счастливы. И еще раз, с Новым годом, наступающим, с Рождеством. Всего вам хорошего и увидимся. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам хорошего и пока-пока-пока!